А у них такие лисы. На головогруди вот эти ярко выраженные рожки. Мне нравится. А у самок рожки сглажены. Нормальное сглажение, чтобы спина была наверх. Систему просто нам нужно расплавить на задний какой-нибудь сегмент внизу тела. И спереди тоже можно глубоко ложить. Должно быть интересно в плане нервной системы. Причем протыкайте именно нижние. Да, мозги.